Очередная сделка с землей Министерства обороны признана незаконной. Высший арбитражный суд отменил продажу береговых полос ковша галерного фарватера в Санкт-Петербурге. Территорию продали в 2010 году. По предложению Евгении Васильевой сделку утвердил сам Анатолий Сердюков. Сейчас на прямой связи с нами в студии Арарат Хаят находится председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Нинашев. Михаил Петрович, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, эта береговая полоса, она имеет какое-то важное значение для военного ведомства или, выражаясь языком экономистов, это был непрофильный актив? Это не просто кусок земли на Финском заливе, это земля, которая и территория служила боевой готовности флота и в целом вооруженных сил. И второе, это то, что способствовало развитию водных видов спорта в Питере и в Ленинградской области. И третье, эта земля исторически играла важнейшую роль в сфере физического воспитания молодежи Питера и Ленинградской области. Так что это не только то, что необходимо флоту и военному ведомству, это является историей наших вооруженных сил, нашего военно-морского флота. Суды по этой сделке идут с 2011 года. Как вы думаете, смена руководства в Министерстве обороны повлияла на то, что тяжбы наконец завершились? Конечно, поскольку мы все видим очередное вскрытие разграбления государственного имущества, и это разграбление шло, к сожалению, по прямому указанию руководства Министерства обороны или тех, кто предназначен был управлять народным имуществом, а он не управлял, а грабил и распродавал налево и направо. Мало того, только после снятия Сердюкова, как мы видим, арбитражи стали на сторону закона. И надо еще посмотреть, как арбитражи Питера и Ленинградской области соблюдали закон и правопорядок в экономической сфере. Ведь только после вмешательства высшего арбитража начал восстанавливаться порядок. То есть были признаны незаконными эти сделки. Средства массовой информации чуть ли не каждую неделю сообщают о новых делах, сейчас в которых фигурируют фамилии Сердюков и Васильева. Бывший министр начал давать показания. Как считаете, он может стать обвиняемым и получить реальный срок? Да, в глазах людей в погонах и в общественном мнении Сердюков и его команда, в кавычках, давно уже обвиненные, поскольку за время их правления на флотах, в округах не хватало для содержания домов офицеров, для содержания госпиталей ни средств, ни сил. В это время, как сейчас от Калининграда до Камчатки, люди в погонах, члены семей, видят, куда уходили деньги из казны государства и куда уходил тот бюджет, который выделялся властью высшей для того, чтобы крепить оборону. А они крепили свои карманы и воровство. Поэтому, конечно, эти деятели, в кавычках, и Сердюков, и Васильева, и же с ним, должны ответить по закону. И этого ждет народ. Не только те, кто служит, но и все в этом убеждены, что эту комедию или трагикомедию не надо до бесконечности продолжать. Она должна завершиться в соответствии с законом. И те, кто воровал, те, кто разграбливал собственность народную, должны за это ответить. А собственность должна быть возвращена государству. Спасибо. На прямой связи с нами был Михаил Нинашев, председатель общероссийского движения поддержки флота.